Привет, друзья, пчеловоды, пришла весна, и мы решили опять посеять газон. Как это будем делать, я покажу. Начнем с перекопки участка, потом будем его трамбовать, заводить систему орошения, полива, засевать семена газонных трав, укатывать, и покажем весь цикл от посева до всходов. Также покажем, как мы косим, как мы выбираем, чистим, подкармливаем. В этом видеоролике пойдет тема, посвященная посеву газона. В данный момент мы стоим на газоне, которому уже 2 года. Немножко он приболел, мы внесем сюда почву, калийные удобрения, он восстановится и будет довольно-таки нормально нас радовать зеленью своей. Это немножко затратно по материально, потому что семена стоят денег. Ну и плюс земельные работы, которые можно, опять же, таки сделать самому или нанимать других людей. Начнем все сначала, приступим к работам, которые начнутся перекопки грунта. Поехали, ребята! Убираем ненужные сорняки, убираем камешки, убираем, то есть все, что крупный мусор там, так как здесь уже раньше стояло строительное, наверное, здание строилось, мусора много, достаточно. Мы это все дело более-менее выравниваем, сухие корешки, делаем плоскость более-менее на глаз. Это пока. Потом будем выравнивать уже примерно выровняли поверхность. Места, которые явно просели, мы выравниваем привозным грунтом, подвозим грунт, высыпаем. Также их выравниваем. Так как участок перекапывался лопатой, грунт все равно со временем еще сядет. Возле деревьев копалось на пол штыка, здесь копался на штык. Ну, так, корневая система, дабы не повредить. Поэтому усадка здесь будет меньше, а здесь усадка будет больше. Но мы все равно подсыпаем немножко, для того, чтобы выровнять визуально. На глаза бросаться не будет. Мелкие камни дробим.